Всем доброе утро. Первый осенний день в Израиле. Смотрите, какие лошадки здесь. Просто с ума сойти. Вау. Ой, какой красавчик. Эхкорем насус. Андре? Омбре. Вау, бен камау. Вау, איזה יפה הוא. Ему только 7 лет, его зовут Омбре. Смотрите, какой красавчик. А вот наша семья, Швили Фэмили. Смотрите. Доброе утро, Швили Фэмили. Привет. Привет. Как делишки, Майкл? Майкл, доброе утро. Где Игого? Идем, покажи мне, где Игого. Покажи мне Игого, давай. Сейчас Майкл нам покажет Игого. Игого — это большая лошадка, да? Да. Покажи мне, где она? Вот большая, вау. Где, покажи, где? Вот большая Игого. Вау, пойдем. Мы приехали на место, где мы всегда гуляем. В этом месте есть маленькая река. Здесь делают пикники. Мы после месячного карантина вышли гулять в лесу. Смотрите, как красота здесь. И сейчас приближаемся к реке, я буду показывать. Вот наша река, люди. Видите, как красиво. Называется Нахаль Сорек. Сейчас мы заходим под мостом. Говорят, что здесь есть черные черепахи. Мы их никогда не находим. Шалом. Доброе утро. Ворона кричит. Лео, манишма. Беседер гаму. Вот, Лео справляется сам, смотрите. Вот мы заходим сейчас на территорию леса. Вот здесь написано все. Шапах Нахаль Шорек. Ган Леоми Нахаль Рубин. Вот Лео. Здесь специальные дороги для велосипедов. Люди сюда приезжают, чтобы снимать там день рождения. Там, когда праздники, едут сюда сниматься. Место очень хорошее, тихое. Здесь дерево очень-очень старое, можно сказать, во время начала государства, можно сказать, они тут стоят. Я вам покажу потом. Много людей нету, потому что люди еще боятся. Но мы решили выйти, потому что погода очень хорошая. Сегодня, говорят, будет первый дождь. И воздух хороший, не жарко. Все тихо. Погода хорошая. Вот там день рождения у кого-то. Я только что сказал, кто-то празднует день рождения. Видите? Сейчас приблизимся. А вот наша Юля. Как дела, Юля? Юля отдыхает. Сегодня мой очередь. Лео!
Яфе мед. О, смотри. Да, да, вот сао. Сао. Не надо, не надо. Ой-ой-ой. Это ему больно так, папа? Нельзя, папа, ему больно. Нет, нельзя, нельзя. Не, вот это дай маме. Давай, бери, забери для мамы. Давай заберем для мамы, принесем маме. Вот это. Вот у кого-то день рождения 10 лет. Смотрите, тут как красиво, можно спускаться. Спускаться, сниматься. Это дорога специально для туристов. Смотрите, какая красота. И это находится 15 минут от нашего дома в Ришон-Ле-Ционе в сторону Пальмахим. Кто знает, я тоже буду с тобой спускаться. Ой, как красиво здесь. Лео, там рыбки есть? Давай посмотрим. Мазальто. Я не знаю, если там все видно, но очень большие рыбки здесь. Рыбки. Давай. Йопа! Ой, как Майкл поднимается. Иди. Давай. И раз. Опля. Опа. Самолет. Вот там, 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 там. Смотри. Вау. Майкл, осторожно. Вот Лео поднялся. Видите как? Вау. Опа. Ты как коала висишь. Ты дома коала охел по Лео? Коала кушает весь день листья. И ты? Ты тоже ложишься? Да. Ой-ой-ой, и ты лег. Майкл хорошо. Держи. Вау, какой высокий. Оп. Что такое семейный влог, блог, все такие красивые, чистые. Вот смотрите правду жизни. Погуляли, взяли всю одежду, которая была дома, теплую, потому что утром было прохладно. Но израильская погода непредсказуемая, стало жарко. Поэтому детям было жарко, мы снимали одежду, сумку тащили с жаркой одеждой. А потом тащили на себе велосипед, коляску. Майкла Мишель нес на плечах. Вот так вот выглядит окончание. Вот, смотрите, сколько песка в обуви. А вот у меня песок. У Лео тоже. Запачкана, я знаю, что я вся запачкана. Вот так выглядит правда жизни семейных влогов. А то вам показывают, все красиво, прекрасно, все улыбаются, никто не плачет. Никогда не верьте этому. Как только выключается камера, все начинается по-другому. Конец. Опа. Опа. Майкл, Лео. Наш багажник. Все, что хотите. Юля, как? Вот так, полтора часа. Никакой не нужен тренажерный зал, поверьте мне. Двое маленьких детей, коляска, велосипед, сумка заменит вам любой тренажерный зал.
Поэтому за полезными советами обращайтесь к нашей Швили Фэмили. Будут новые видео. Подписывайтесь на канал, колокольчик и не пропустите ни одно видео от нас. Пока-пока. Чао-чао.